День бабушек и дедушек отметили в Люберецкой картинной галерее. Праздник отмечается 10-й год в более чем 30 государствах мира. Его цель – показать старшему поколению его важность и значимость для внуков. «60 лет любви и взаимопонимания». Василий и Инна Абрамовы познакомились в 58 году на танцах в Люберецком парке и сразу поняли, что это навечно. На празднике семейную пару поздравили с бриллиантовой свадьбой, а нам они рассказали секрет счастливой совместной жизни. «Мы прожили действительно очень счастливо. Вот за 60 лет у нас не было ни одного расхождения. Понимаете, мы понимаем друг друга, уважаем мнение друг друга, считаемся, жалеем. Мы всегда трезвые и по-трезвому живем, и все у нас обещали. Ни разу мы за свою жизнь никогда так не поругаемся, чтобы вот, ну там, воспитательную работу проводим женщины». На празднике бабушек и дедушек отметили также золотых юбиляров Люберец и победителей фотоконкурса в социальных сетях, который прошел в рамках проекта губернатора «Активное долголетие». А у кого оно в движении, так у гостей торжества Анны Гришаевой. Она воспитывает четверых внуков и завсегдатай всех городских мероприятий. «Конечно, нужно любить и уважать прежде всего все то, что окружает нас, то бишь окружающих людей, чтобы они были жизнерадостны также, и давать им как бы добро и совет, который, что нельзя обижаться друг на друга, нельзя ссориться». Мира во всем мире виновникам торжества пожелал глава округа Владимир Ужицкий. «Я искренне пожелаю, чтобы ваши близкие вас радовали, вы не болели, радовали жизни. Ну и спасибо, что вы сегодня с нами, поэтому самое доброе всем пожелание». Старшее поколение поздравили и самые младшие жители округа, которые посвятили гостям стихи и песни. А творческие коллективы и Люберецкая оперетта исполнили свои лучшие композиции. Анна Троян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.